Лукаш Градецкий в воротах. Диаби вместе с Белораби на фланге в полузащите. И в атаке. Тренер выбрал схему 4-4-2 с выдвинутым вперед атакующим полузащитником. И посмотрим, как это уже будет выглядеть на поле. Лукаш Градецкий в воротах. Диаби вместе с Белораби на фланге в полузащите. И в атаке. Тренер выбрал схему 4-4-2 с выдвинутым вперед атакующим полузащитником. И посмотрим, как это уже будет выглядеть на поле. Лукаш Градецкий в воротах. Диаби вместе с Белораби на фланге в полузащите. И в атаке. Тренер выбрал схему 4-4-2 с выдвинутым вперед атакующим полузащитником. И посмотрим, как это уже будет выглядеть на поле. Игроки Байера разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Посмотрим, какую игру сегодня нам покажут команды. Они идут вперед, и соперник не может их остановить. И мяч переходит к сопернику. Хороший прессинг, и забирают они мяч себе. Шик. Керем Демирбай. Шик. Пройдя этот пас, могла развиваться очень опасная атака, но защитник молодец, все прочитал. Шик. И похоже по...